Здравствуйте, вы смотрите информационную программу «События» в студии Галина Топилина. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Дмитрий Азаров работает в районах, пострадавших от паводков. Основное внимание – помощи местным жителям. На один маршрут станет больше. На совещании в городской администрации под руководством Елены Лапушкиной обсудили организацию садово-дачных перевозок. 40 тысяч жителей вышли на уборку. В Самаре состоялся масштабный гагаринский субботник. В нем приняла участие глава города Елена Лапушкина. Что связывает космос и самарский футбол? Об этом узнали юные спортсмены из команды «Ультра» в музее «Самара Космическая». 3000 участников из 150 городов России. В областной столице прошел 9-й космический полумарафон. Губернатор Дмитрий Азаров работает в районах, которые пострадали от паводка. В Богатовском районе, где по данным МЧС подтоплено порядка 70 домовладений и 80 приусадебных участков, губернатор осмотрел пункт временного проживания, куда эвакуировали местных жителей. Также глава региона провел оперативное совещание в режиме ВКС. Ключевые темы обсуждения – вопросы материальной помощи, восстановление домов, подключение инфраструктуры. Дмитрий Азаров отметил, что необходимо гораздо быстрее осуществлять перевозку. Первоочередные выплаты по 10 тысяч рублей людям, пострадавшим от половодья. В Нефтегорском районе Дмитрий Азаров пообщался с жителями Утевки и поручил главе района Александру Баландину особенно внимательно следить за приходом воды в ночные часы. При необходимости оперативно оповещать жителей. Техника к эвакуации уже готова. Жигулевская ГЭС тем временем начинает плановые сбросы воды из Куйбышевского водохранилища «Волги». Администрация Самары напоминает жителям, проживающим на паводкоопасных территориях, о необходимости страхования имущества от возможного подтопления. В период паводка запрещается въезд и нахождение граждан на подтапливаемых территориях. Нельзя оставлять автомобили около водоемов. Если начался резкий подъем воды, необходимо как можно быстрее занять ближайшее безопасное возвышенное место и принять меры к эвакуации, а также оповестить родственников и экстренные службы о своем местонахождении. С 20 апреля в Самаре стартуют автобусные перевозки по садово-дачным маршрутам. Пока только по выходным, но уже с мая автобусы будут курсировать также по средам и пятницам. Подготовку к этой работе обсудили на еженедельном рабочем совещании в городской администрации под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Сколько будет маршрутов и сколько автобусов будет выходить на линию, расскажем в нашем сюжете. Весна все больше укрепляется в своих правах, и многие горожане уже планируют поездку на свои дачные участки. Помогут им в этом 30 садово-дачных маршрутов, которые запустят в этом году. Это на один больше, чем в прошлом. Дополнительные автобусы по запросу жителей пустят в сторону Черновских дач. Подготовку к загородным перевозкам обсудили на рабочем совещании в городской администрации. Первые рейсы будут выполнены 20 апреля и до майских. Как и в октябре, будут выполняться только выходные. А вот с мая по сентябрь еще в среду и в пятницу будет задействовано 54 машины. Стоимость проезда по сравнению с прошлым годом не изменилась. Маршруты отправляются с 9 пунктов отправления в городе. На прошлой неделе совместно с представителями ГИБДД, Департамента городского хозяйства, мы все пункты отправления объехали. Замечаний к городу нет. На ряде остановочных пунктов отсутствует расписание. Они все будут установлены и вывешены до 20 апреля текущего года. Обсудили на совещании итоги прошедшего субботника, а также работы в рамках месячника по благоустройству. В уборке были задействованы как профильные службы и обслуживающие организации, так и государственные и муниципальные служащие, социальные учреждения, волонтеры, общественники и активные жители города. Глава Самары напомнила, что впереди еще два средника и общегородской субботник, и поручила активнее вовлекать в работу эти предприятия и объекты потребительского рынка. Огромная просьба работать совместно с потребительским рынком, с промышленными предприятиями, с учреждениями, чтобы прилегающие территории все-таки приводили в порядок. Ну и, конечно, строительные компании, прошу вас напомнить им о необходимости привести свои заборы в порядок, где необходимо восстановить, где необходимо заменить. Главы районов, докладывая о работе в месячник по благоустройству, отдельно отметили инициативы общественных организаций. Одна из таких идей – акция «Пожиратели рекламы», в рамках которой школьники, студенты и просто неравнодушные жители очищали со столбов зданий и остановочных павильонов незаконную рекламу. Достаточно большое количество людей, у нас ежедневно 310 человек выходило на, эту уборку несанкционированной рекламы.
То есть в каждой бригаде по 10-15 человек. Но традиционно потом после месячника подведем итоги, ребятишек поощрим и наградим за проделанную работу. Всего за две недели приводить Самару в порядок вышло более 193 тысяч человек. Убрано уже больше 17 миллионов квадратных метров территорий. Вывезено около 24 тысяч кубометров мусора. Андрей Бессонов, Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Почти 40 тысяч самарцев вышли во дворы, в парки, в скверы, а также на другие общественные пространства, чтобы привести город в порядок после зимы. В рамках Гагаринского субботника приняла участие в уборке и глава Самары Елена Лапушкина. Она помогала благоустраивать аллею трудовой славы в промышленном районе. Подробнее в нашем сюжете. Наталья Белошапская вместе с друзьями и близкими регулярно принимает участие в субботниках. Чистоту наводят не только у своих домов и гаражного кооператива, но и в парке «Молодежный», где они любят гулять. Часть парка отремонтировали в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», поэтому им хочется, чтобы красота сохранялась как можно дольше. Должны свой город любить, убирать, хоть бы раз в год найти время для этого, чтобы было чисто и красиво. Потому что от каждого человека, хоть маленькое такое внесение, пользы в уборку очень важно для города. Всего в промышленном районе на уборку вышли почти 6 тысяч человек. Жители в основном наводили порядок около своих домов, но были и общественные пространства, где люди собирались организованными группами. Чтобы все желающие могли оказать посильную помощь в наведении чистоты в городе, были организованы пункты выдачи инвентаря и расходных материалов. У нас в районе работает 42 пункта выдачи инвентаря. Управляющие организации все в курсе, всем поставлены задачи, обращайтесь в свои управляющие компании, они вам с удовольствием помогут, обеспечат вас инвентарем и мешками для мусора. К убирающимся на аллее трудовой славы присоединилась и глава Самары Елена Лапушкина. Она помогла покрасить лавочки, на которых летом любят отдыхать местные жители. Всего в городе на уборку улиц вышли почти 40 тысяч человек. В числе первоочередных задач – сбор мусора, очистка газонов от старой листвы и вывоз собранных пакетов. Службы, которые обслуживают город, работают также в штатном режиме. Порядка 180 единиц техники работает постоянно по городу, помимо самого субботника. И 180 единиц техники отдельно на субботнике работают. Месячник у нас продолжается на следующую неделю. Соответственно, погода планируется более стабильной, более теплой. И я думаю, что мы к 1 мая, как и положено, приведем город полностью в порядок. В городе продолжаются другие сезонные работы в рамках месячника по благоустройству. Мойка улиц, ремонт детского и спортивного оборудования, покраска малых архитектурных форм и ограждений, очистка зданий от незаконной рекламы и граффити. Следующий субботник, общегородской, 20 апреля, станет самым массовым. К участию приглашаются все жители города. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События. Субботник прошел и в Ленинском районе. На уборку территории вышли сотрудники администрации, управляющих компаний, представители бизнеса, волонтеры и местные жители. Убирали прошлогоднюю листву и мусор, готовили к покраске лавочки и ограждения. За процессом наблюдала наша съемочная группа. В уборке территории Ленинского района приняли участие около 1500 человек. На расчистку территории после зимы вышли сотрудники администрации, предприятий и учреждений, волонтеры и местные жители. Наводили порядок в четырех скверах, примыкающих к площади Куйбышева, а также на улице Ленинская и Мичурина. Глава района Елена Бондаренко трудилась на улице Дачная. Мы готовы принять всех желающих волонтеров, дадим инструменты. Всем вместе надо навести порядок и чистоту в нашем любимом Ленинском районе. Вклад каждого в деле наведения чистоты и порядка на территории района очень важен. Участники субботника собирали опавшую листву, бытовой мусор, очищали от старой краски ограждения. Я житель Самары, родился здесь, и мне очень приятно, когда у нас чистые газоны, чистые дороги и вообще как бы зеленая травка без грязи. Дети гуляют, как бы это мой район, я здесь живу, поэтому по этой причине как бы я здесь присутствую. Я считаю как бы своим долгом гражданина и жителя Самарской области, города Самары, принять участие в уборке своего города, причем после зимы, которая была у нас, скажем так, бурной, вот, и принять участие, скажем так, в озеленении и в уборке территории вот конкретного Ленинского района. Особое внимание во время уборки территориям, преобразованным по нацпроекту «Жилье и городская среда». В 2022 году во дворе по адресу Прибрежная, 10, Маяковского, 2, Волжский проспект, 33 появилась спортплощадка. Теперь жители следят за ее состоянием и убирают прилегающую территорию. Всех жителей призываем, всех к тому, чтобы голосовали. Сейчас проходит также голосование открытое по
благоустройства, так скажем, нашего города за определенные площадки по программе «Комфортная городская среда». Ну, площадка жителям всем нравится, выходят заниматься, но мы стараемся поддерживать ее в чистоте и порядке. Напомним, до 30 апреля продолжается голосование за общественные пространства областного центра, которые могут быть благоустроены в 2025 году по нацпроекту «Жилье и городская среда». Всего в голосовании участвуют 20 территорий. Проголосовать за территорию можно на сайте 63.городсреда.ру, а также авторизировавшись на госуслугах. Виктория Шаре, Григорий Плешаков. События. Не остались в стороне и активисты движения «Первых». Они тоже вышли на субботник. Территорию для уборки выбрали символичную – парк имени Юрия Гагарина. С представителями молодежного движения пообщалась наш корреспондент Полина Чулюкова. Всем здравствуйте! Всем здравствуйте! Маме привет! Их не остановил даже дождь. Активисты движения «Первых», студенты колледжей и школьники вышли на гагаринский субботник. В выходные убиралась вся Самара. Без внимания не оставили и главный космический парк города – парк Гагарина. И мы сегодня облагородим и дополним благоустройство в парке Гагарина, чтобы наши жители могли сюда приходить и видеть, радоваться чистоте, которая здесь есть. Очень здорово, когда ты своими руками на своем районе провел работы, приходишь сюда отдыхать, и ты видишь, что те работы, которые ты провел, видишь их своими руками, это важно для ребят с точки зрения осознания труда. Неравнодушные жители убирали старую листву и мусор, красили бордюры. В субботнике приняли участие более сотни молодых людей. Для учениц гимназии номер один он стал дебютным. Ну, конечно же, хочется видеть город очень чистым, вот, очень красивым, потому что мы же сами тут гуляем. Конечно, это очень объединяет ребят, особенно вот когда мы вместе будем работать. Это благородное дело, потому что никто, кроме нас самих, не может сделать город таким чистым. Общественно полезный труд полезен, интересен и занимателен, потому что мы в свое время участвовали во всех субботниках по уборке территории возле своей школы и также выезжали и в этот же парк, выезжали, когда мы были комсомольцами. Напомним, что уборка города проходит каждую среду и субботу, а 20 апреля состоится общегородской субботник. Полина Чулюкова, Константин Головин. События. Встретились, чтобы провести время вместе. В Самаре на территории соборной мечети прошел праздник Ураза-Байрам. Ежегодно его принято отмечать после окончания священного месяца Рамадан. 30 дней верующие мусульмане соблюдали строгий пост, отказывались от еды и питья в светлое время суток и от любых развлечений. Для гостей организаторы приготовили насыщенную культурную программу. Концерт, творческие мастер-классы, национальные угощения, призы и подарки. Ксения Баканова расскажет подробнее. Для мусульман священный месяц Рамадан подошел к концу. Строгий 30-дневный пост завершается праздником Ураза-Байрам. Согласно преданиям, его установил сам пророк Мухаммед в 624 году. Мусульмане верят, период воздержания укрепляет не только тело, но и дух. Мы верим своей радостью приход окончания месяца поста. И вот надеемся, что это еще крепче объединит наши народы, мир согласия, и хотим, чтобы в стране, чтобы в мире был мир, и чтобы люди были ближе к Богу. Ураза-Байрам отмечают 3 дня. Верующие совершают коллективные намазы, ездят на кладбища и ходят в гости. У взрослых остается не так много времени, чтобы провести его с детьми, поэтому для них на территории соборной мечети приготовили культурную программу. Мы хотим, чтобы наши дети знали как российские, так и наши мусульманские праздники, и также радостно встречали, да, и получали за это какие-то подарки, да, приятные вещи, чтобы у них были хорошие ассоциации. Здесь занятия на любой вкус и цвет. Можно принять участие в творческих мастер-классах, покататься на каруселях, попрыгать на батутах и пообщаться с ростовыми куклами. А теперь представьте, что вы не мальчишки и девчонки, а вы котята. Как поют котята? 3-4. Мяу-мяу-мяу-мяу. Там не котенок, там бешеный кот просто. Как известно, на свежем воздухе приходит аппетит. В казане уже томится плов. Здесь целых 200 литров, рассказывает повар Аваз. Он отвечает за то, чтобы гости были сыты и довольны. На нем никаких секретов нет. Просто для начала сказать бисмилла, вот у нас вот это слово, и вторая очередь, чтобы чистота была. Сначала жарить мясо, потом лук по этапу,
морковь, водичку потом налить, чтобы бульон немножко скипел. А потом уже через 30 минут можно рис запускать. Так. Держать 30 минут в огне и под крышкой надо держать. Плохо быть готово. Без сладостей на праздники не обойтись. Принято готовить печенье, хворост и пироги с сезонными ягодами. Однако среди этого многообразия есть два фаворита. На десерт обычно мы готовим бабсак, чак-чак, потому что это такой праздник, немного нужно сделать для детей, для близких. Мы заранее приготовили, гости пришли, у нас все время свежие сладости есть. Мусульмане стараются отметить праздник в окружении самых близких. Они свято верят, чем радостнее проведешь Ураза-Байрам, тем счастливее будет будущий год. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События. Что связывает космос и самарский футбол? Ответ на этот вопрос узнали юные футболисты в День космонавтики, который прошел в музее «Самара космическая». Экспозиция музея на время строительства планетария переехала в другое помещение. Репортаж о космическом празднике подготовили наши корреспонденты. Для самарских футболистов День космонавтики всегда особенный праздник. Именно 12 апреля 1942 года Совнарком подписал указ об образовании в Куйбышеве футбольной команды «Крылья Советов». Об этом юным футболистам из команды «Ультра» рассказал мастер спорта СССР, заслуженный ветеран клуба «Крылья Советов» Валерьян Панфилов. Встреча прошла в музее «Самара космическая». Крылья – это же Советов, а не крылья, летают, поэтому… У нас очень большие связи и с заводом «Прогрессом», и с авиационным заводом. Команда «Крылья Советов» до 1969 года базировалась на правкоме авиационного завода, 18-го завода. Поэтому и команда была связана, и 1942 год, год образования команды тоже был связан с этими заводами. В отличие от мальчишек, которые сегодня мечтают стать знаменитыми футболистами, сам Валерьян Панфилов в детстве мечтал стать не спортсменом, а летчиком. И до сих пор помнит тот день, когда узнал о полете человека в космос. По радио объявили, что полетел Гагарин. Вот первый человек, который полетел в космос, это человек наш. Вот этот день я запомнил. Мне было как раз 11 лет. Вот. Солнечный, теплый день. И я шел вот к бабушке. И я узнал, как и все остальные, потому что транслировали по радио. И все были, ну, конечно, возбуждены и обрадованы тем, что впервые и в космос, и впервые наш человек. В День космонавтики для юных футболистов команды «Ультра» провели экскурсию по музею «Самара космическая», познакомились с историей освоения космоса и, конечно, рассказали о судьбе советского космонавта Юрия Гагарина. В первую очередь, да, мы детей развиваем всесторонне, и такие мероприятия они должны знать, должны чтить и отмечать, можно сказать. Они должны не просто так проснулись и не знать, что такого 12 апреля такое мероприятие было, да, и должны в истории всегда дети знать. В музее представлена выставка «Наследие чемпионата мира 2018». В витринах представлены вещи, принадлежавшие известным игрокам футбольного клуба «Крылья Советов», издание об истории самарского клуба и уникальный мяч с автографами послов Самары чемпионата мира по футболу. Среди них и автограф известного космонавта Олега Кононенко. Из-за строительства планетария музейные экспонаты переместили в другое помещение. Музейная экспозиция разместилась в торговом центре на улице Красноармейской. Очень давно уже дружим с футбольной командой «Крылья Советов». Началось это, наверное, такое тесное сотрудничество с 2017 года, когда в 2017 году, в преддверии чемпионата мира по футболу в нашем городе, мы уже за год до этого открыли выставку на своей территории. И вот тогда прям уже плотное сотрудничество началось, потому что, знаете, так откровенно открытые оказались все вот эти футболисты. Они так внимательно всегда слушают истории, экскурсии. И они с удовольствием поделились своим экспонатом. То есть вы понимаете, что в музее космонавтики нам показывают футбол. Нонсенс, да? Вот. И, конечно, нам очень помогли. И вот этот процесс он очень сдружил. И мы сейчас с удовольствием у них выставки делаем. Уже и на стадионе на новом делали. Приезжаем к ним в клуб. С удовольствием встречаем здесь. В конце экскурсионной программы ребятам подарили фотографии с автографами футболистов самарского клуба «Крылья Советов», а также вручили подарки, связанные с космосом. Светлана Кудрявцева, Августина Охременко, Игорь Казановский. События.
В Самаре прошел 9-й космический полумарафон. 3000 участников из более чем 150 городов России пробежали дистанции длиной в 1586 метров, 3 километра, 10 километров и 21 километр. Дети от года до 4 лет преодолели 300 метров, а от 5 до 10 – 600. Репортаж с места событий подготовила Елизавета Прокопенкова. У нашего ребята легких ног! Побежали! Альбина Бекчентаева с 15 лет профессионально занималась легкой атлетикой. Получила второй взрослый разряд. Сейчас ей 27. Спорт остался в жизни девушки как хобби. Альбина принимает участие почти в каждом забеге. Космический полумарафон не стал исключением. Прибывает очень много людей из разных городов. Это и новые впечатления. Ну и вообще, когда перекрывает улицы, ты бежишь в центре города. Это же так классно. Еще с утра, в воскресенье. Это какая-то борьба с собой, что ли. Себя поднять, пробежать. Ну, это здорово. Легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики, организовала администрация городского округа Самара при поддержке регионального министерства спорта. Забег прошел 9-й раз. В нем приняли участие порядка 3000 человек из более чем 150 городов России. Сегодня у нас первый старт в серии стартов легкоатлетических этого года. И этот старт у нас в этом году ставит новый рекорд, потому что с каждым годом у нас все больше и больше участников. Взрослые пробежали дистанции в 1586 метров, 3 километра, 10 километров и 21 километр. Дети от года до 4 лет преодолели 300 метров, от 5 до 10 – 600. Тяжело, но я встречаю Пентюхова Александра! Среди участников были и представители других стран – Белоруссии, Казахстана и Китая. Они пробежали по трассе вдоль набережной и исторической части города. Ну, я очень рада, что это уже из российского, да, перерастает в международное мероприятие. Да, мы встречаем гостей из других стран, которые бегут в нашем прекрасном городе по прекрасной набережной. Поэтому для нас очень важно, чтобы все больше и больше людей были вовлечены в систематические занятия физической культурой и спортом, а такие мероприятия помогают нам это сделать. Пока спортсмены пересекали линию финиша с собаками и детскими колясками, на площади Славы проходила развлекательная программа. На сцене проводили разминку, танцевали, пели и награждали победителей. Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Если вам звонят и представляются сотрудниками Центрального банка, Минфина России или правоохранительных органов, то, скорее всего, вы столкнулись с финансовыми мошенниками. И самый действенный способ противостоять им – сразу положить телефонную трубку без разговоров. Об этом пишет телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Нельзя сообщать незнакомцам во время телефонного звонка пароли от банковских приложений, номера и пин-коды банковских карт, код из СМС и другие данные. Чем дольше продолжается ваш разговор со злоумышленником, тем выше вероятность потерять сбережения. Напоминают специалисты, телефонное мошенничество, когда злоумышленники представляются сотрудниками банков, ведомств и правоохранительных органов, является одной из самых распространенных схем обмана. Территория сквера на Хлебной площади участвует в голосовании в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» по отбору общественных пространств, подлежащих благоустройству в 2025 году. Чтобы поддержать территорию, в сквере на Хлебной площади планируется общерайонный экологический субботник «Чистый сквер. Сделаем вместе». Присоединиться к уборке территории можно 20 апреля в 10 утра. Сбор участников около храма. Бронирование льготных путевок в детские лагеря на летний период 2024 года будет доступно 24, 26 и 27 апреля через социальный портал www.suprema63.ru. Там же можно ознакомиться с подробной информацией о лагерях и условиях бронирования, информирует телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Самары. 15 апреля в 1961 году в городе Куйбышеве появилась улица в честь первого космонавта планеты. Так решил местный город исполком, переименовав Черновское шоссе в улицу Юрия Гагарина. Именно по этой дороге Гагарин проезжал с заводского аэродрома на Безымянке, следуя на обкомовскую дачу, пишет телеграм-канал железнодорожного района. На этом выпуск подошел к концу. До свидания, всего доброго.